В ближайшем месте вообще никого нет. 16 живых. Я пока лутался. Осталось всего 16 человек. Это нормально, это нормально. Олег, спокойной ночи. Кость, привет, извини, что за вопрос. Не по теме, можешь подсказать, как найти хорошего снопа в состав? О, сложный вопрос, братан. Я даже хз. Честно. Ну, следи за челлендж-капами. Может, кого найдешь. Ямаха. Хонда. Хонда. Ну, ничего так. Все, зона сузилась. Что-то я никого вообще не вижу. Вообще никого. Походу, я здесь один такой отбитый дурачок. Где-то там стреляются. Ну там далеко очень. О, тачка летит. Я его не вижу. Ладно, пойдем в банк. Фиг ли нам терять-то? Только я не вижу даже, куда он слинял, мол. Прикольно будет, если он где-нибудь тут в кустах сидит. Блин, минута времени. Мы сдохнем. Куда он мог свалить? Ладно, плевать. Ну, еще и аирдроп. Баги летит. А, это вот он, походу. Он мои баги стырил, походу. Ух, ладно. Потно сейчас будет, чувствую. Потно. Вон там по полю бежит чувак. Я как бы с ним схлестываться пока не хочу. И уже зону сужается. У меня выбора нет, кроме как тупо бежать прямо. Блин, там где-то чувак был. Ладно, давай я спать пошел. Давай, Димон, спокойной ночи. Мне кажется, или тут человек лежит? Надеюсь, что кажется. А зона уже тем временем сузилась. А я человек-куст. Сука. Сам в Варфейсе таких троллю, а сам сижу в кустах, блин. О, ну все. Сейчас будет жесть. Вон там пацаны воюют. Вон он идет. О, тут в домах сейчас замес будет дикий.
Поле-то какое открытое. Вон бежит. Ай-яй! Ай-яй-яй, откуда стрелять, не понимаю. Ой, господи. Так, мне сейчас еще жопа будет, потому что сейчас там пацан в зоне сидит. Вот. А зона сейчас будет сужаться. Поэтому у меня никак выбора не будет, кроме как бежать к нему напролом. Поэтому мы так и сделаем. И зона уже сужается. Все, кранты. Ну давай. Зайди все в зоне. А то уж очень открытое место. Нет, что ли? Пипец. Ребята, сейчас будет жесть. Вот тот, кто на горе, на тачке там, он затащит, я думаю. А он еще и в доме, блин. Весело. Три в живых. Ну там в доме по-любому сидит один. А еще два я хз где. Что-то мне подсказывает, что мне жопа. До ограничения игровой области 10 секунд. Ну, в доме сидит, я вангую. А, вон один бежит. Блин, я у него прям как на ладони. И что за пиксель появляется? Напрягает прям. Вон он до сих пор там ползает. Надеюсь, он меня не видит. Или видит. Хедшот. А зона-то у меня, братан. Надеюсь, он без снопы. Потому что со снопы он меня явно сваншотит. С кем катаешь? Один. Он где-то там же был. Кто, батя? Кто мощь, бля? Первый день в игру играю, уже сделал топ-1 просто. О, ну это было потно, это было потно. Топ-1, что ли? Да.